Наконец, улица Джапаридзе, неподалеку Ореховские водопады. Здесь немного домов, зато больше 20 ребят. До недавнего времени забавой для местной ребятни были только куры, которых можно погонять на полянке. Теперь, наконец, для птиц настало время спокойствия. Впрочем, как и для взрослых. У детей появилась своя закрытая площадка. Дети должны гулять вместе, они у кого-то во дворе, не каждый дома все равно не общаются, получают какое-то общение между собой, делятся впечатлениями. Это необходимо надо было, необходимо было это все сделать. Вот, в общем, очень рады, очень довольны. Спасибо большое всем за эту радость, детишкам, да и нам тоже. Жанна Якубова живет здесь с рождения. Будучи ребенком, мечтала о том, чтобы рядом с домом появилось место, где можно собраться с друзьями, но этого так и не произошло. Зато теперь есть куда прийти со своим ребенком и где отдохнуть младшим сестре и брату. Горка, качели, карусель – все, что нужно ребятам для развлечения. Таких площадок в Барановском округе уже построено 3. Планируется возведение еще нескольких игровых зон. На этот год совместно также у нас с депутатской группой мы запланировали 4 новых детских площадки по округу, также в отдаленных районах, где компактно проживают люди. Ну вот где таких удобств никогда не было. Кроме того, что будем детский отдых развивать, в этом году будем развивать еще детский спорт. По программе главы города будет установлено 6 спортивных площадок маленьких. Турники, небольшие зоны для воркаута будут расположены рядом с детскими площадками. На возведение таких игровых и занимательных зон муниципалитетам было выделено порядка 3 миллионов рублей. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.